Всем привет, друзья! Вы на канале Мир и Мир, и сегодня я немножечко расскажу вам про новую систему The Chark в Calamity моде. Как вы знаете, его недавно обновили, но если не знаете, то теперь знаете, и добавили очень много всего вкусненького, но об этом как-нибудь в другой раз. А сегодня я вам расскажу специально про нового нипа Calamitas, который появляется после смерти босса Calamitas, которая как раз таки была переработана очень сильно. После очень легкой в кавычках битвы вы получите нового нипа. Интерфейс будет выглядеть примерно вот таким образом. Ну, довольно оригинально и интересненько. И сюда мы можем положить любые оружия. Будь то на призывателя, на мага, ну, короче, на любой класс. И с помощью этой системы мы сможем их зачаровывать. Чар есть огромное множество. И сейчас я об этом вам расскажу. Но начнем мы, пожалуй, наш гайд не с зачарования, а с системы перевоплощения оружия. Дело в том, что вот эти вот 4 оружия и этот один аксессуар могут, скажем так, переродиться, если положить их в этот слот. Что ж, давайте, открываем. Комьюнити превращается в Shattered Community. И это куда более мощный аксессуар, который может даже накапливать силу и вообще супер крутой. Поэтому не стесняйтесь, используйте. Посох механического червя при перевоплощении превращается вот в такой метастазис, который призовет огромного могильщика, который призывает Calamitas в битве. Выглядит он, конечно, крипово, поэтому если вы арахнофоб, то лучше не надо. Дальше, это вот такой вот призрачный черепок. Его мы превращаем вот в такой вот мешочек. А этот мешочек уже, в свою очередь, призывает какого-то странного червяка, пиявку, который любит все жрать. Но это еще не все, ведь тут есть у нас еще 2 оружия. Это вот, такой вот посох интересный. Он при зачаровании будет давать нам посох, который призывает братков Calamitas. И они уже помогут вам в битве. Кстати, да, они могут и вас раздамажить, поэтому аккуратнее. После. Последнее это Горящее море. Самая лучшая книга, которая превращается в вот такую вот книжечку. Я бы сказал, что это оружие лучшее из последнего обновления. Ну, хотя бы посмотрите на то, как эпично и как красиво оно прожигает почву вокруг себя. Ну, короче, это того уж точно стоит, поэтому Rancor вам точно нужно скрафтить. Вот ваш новый арсенал, наслаждайтесь. Ну а мы переходим к самим зачарованиям. Tainted. При зачаровании любого оружия ближнего боя, точнее мили-класса, мы можем получить вот такую вот интересную модификацию на них. А точнее, две наши руки будут держать наш клинок и махать им. Интересно, но не особо практично, ибо это слишком укорачивает радиус действия вашего оружия. Личероус подходит для всех 4 классов, кроме призывателя, так что призыватель извиней. Примерно так выглядит эта чара. Но, знаете, это совсем не то, что вы ожидаете увидеть. Появляется вот такая вот странная штучка, которая в основном будет мешать вам биться, если это оружие не приспособлено для того, чтобы пронзать его насквозь. Но из него падают сердечки, которые могут похилить вас в битве, поэтому решайте сами, стоит ли его брать или нет. Но, в принципе, если ваше оружие могут пройти через него, то почему бы и нет. Лишние сердечки вам уж точно не помешают. А если же нет, то он будет вам обузой в битве, потому что будет, ну, очень сильно мешать. Эфлейм, как по мне, лучшая чара. Ложится на оружие 4 классов, опять призыватель остался в стороне. Выглядит это оружие примерно вот так. В основном эта чара будет стоять самой первой. Чарим и берем. Теперь наше оружие будет стрелять патронами, снарядами, которые еще будут прожигать нашего врага. И по итогу он будет получать, ну, очень большой урон уже после вашей атаки. И да, это распространяется на всех боссов, даже тех, кто устойчив к дебафу в огне. Подобная модификация, как я уже говорил, является одной из лучших, и поэтому используйте именно ее. Resentful. Вполне себе интересная, специфическая, но не особо практическая чара. Выглядит примерно вот так, и накладывается на оружие любого класса. Прикол в том, что чем дальше мы стоим, тем больше будет урон. Ну, сравните вот на живом примере. А вот следующая чара, которая также накладывается на оружие любого класса, уже немножечко другая, ну точнее, абсолютно в противоположное. Это Bloodthirsty. Теперь, чем ближе мы к цели, тем выше будет наш урон. Ну, то есть, наоборот. Ephemeral. Опять же, класс призывателя отдыхает, потому что на него подобная чара не накладывается. Вот так она выглядит на столе зачарования.
Суть чары заключается в том, что над вами появляется кристалл, который генерирует, ну скажем так, вашу стамину. И чем больше он заряжен, тем сильнее будет ваш урон. Но самый оптимальный, как я заметил, вид стрельбы, когда он примерно на серединке. Ну а когда он полностью истощается, то и урон становится слабее. Весьма специфический аксессуар, но в связке с каким-нибудь другим оружием, которое не имеет подобного кристалла, использовать можно. Withering. Опять же, класс призывателя обходит его стороной. Вот таким иероглифом помечается данная чара. Сама суть данного зачарования весьма сложная, и даже мне не удалось ее полностью понять. Но если вкратце, то с небольшим шансом она будет хилить ваше здоровье. И, в принципе, если вы больше любите казуальщину, а не хардкор и спидранинг, то можно также использовать данное зачарование. Persecuted. Эта чара наносится на все оружие. Оружие всех классов. Данный иероглиф показывает эту чару в инвентаре Каламитас. Суть чары заключается в том, что она иногда спавнит порталы с демонами. И демоны бывают то ли добрыми, то ли плохими. И плохие атакуют вас, а добрые врагов. Но я бы не советовал данную чару, так как в основном они атакуют именно вас. Как видите, приходят они вот из такого портала. Его, кстати, нельзя уничтожить. Отлично, спасибо. Obliterate. Чара только для оружия магического боя. Вот его иероглиф, и в основном она появляется вторым. Тут суть заключается в том, что она будет иногда забирать ваши жизни, но мана будет использоваться реже и урон будет сильнее. В принципе, Aflame будет получше. Так что фигня. А вот следующее уже более интересно, опять только на мага. Traitoros. Заранее извиняюсь за мой French accent. Это его вид на зачарование. Прикол оружия. Когда у нас остается меньше 50% маны, он призывает беса, который будет атаковать либо вас, либо вашего врага. Но, в принципе, я бы тоже не советовал эту чару, потому что в основном от него придется еще и уворачиваться. Indignant. На этот раз используется только для посохов на призывателя. Оно призывает помимо вашего питомца еще и какую-то странную ворону. И этот демон-ворона пытается вас атаковать. Ну, короче говоря, очень странный выбор. Решайте сами, стоит ли вам это использовать. Но прикол демона в том, что он и дополнительно атакует вашего врага, и еще и дает вам после смерти сердечки. Hellbound. Действует только на призывательные посохи. То есть на другие классы не работает. Прикол заключается в том, что миньоны через 40 секунд просто взорвутся. Но они наносят больше урона и вообще вроде как все круто, но я бы опять же не советовал использовать данные зачарования. Да, миньоны взрываются и вы можете призвать их по новой, но это все равно не самая лучшая чара. Ну а на этом, мои дорогие, у меня все. Я рассказал вам про все зачарования и все перевоплощения оружия у Каламитас. Если же вы спросите меня о том, какую же чару я предпочитаю и вам советую, то это, конечно же, единогласно Aflame, как по мне, самая лучшая и самая полезная чара, ибо она не имеет никаких плохих дебафов, но в то же время дает вам очень сильные бафы, по типу вот этого огня. Также забав ради можно использовать Tainted, потому что он иногда бывает в связке с некоторыми оружиями силен, ну а так это тоже довольно фиговая чара. Все остальные чары либо дают вам какие-то странные бонусы взамен на очень плохие дебафы, либо просто дают вам больше хила. Но все же решайте вы сами, потому что ваше прохождение – это ваше веселье. Ну а на этом все. Спасибо за внимание и всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.